Что такое 23 февраля? Это когда папа поздравляет День войны. Это праздник поздравляет всех мужчин. Мужчин, братьев, пап, дедушек. Его отмечают военные, потому что в этот день победили. Что такое армия и чему там учат? Армия – это где тренируются, чтобы защищать Россию. От вражеских стран, которые хотят на нас напасть. Армия – это где много солдатов. Учат быть ловкими, смелыми, отважными. Стрелять, целиться, маршировать. Держать оружие. Там тренируются, чтобы защищать родину. От террористов. От немцев. От германцев. Расскажи о своем папе. Он у меня начальник на работе. Сильный, высокий. Он бомбардировщик у меня. Они создают всякие оружия. Черноволосый, сильный, отважный. С ним можно играть, с ним можно веселиться. Он десантник. У меня папа высокий. У меня папа смелый и умный. Что можно подарить на 23 февраля? Например, рисунок нарисовать военного. А я думаю, еще подарить поведение. Открытки, цветы, вечный огонь, одежду маскировочную. В нем можно спрятаться там, где все зеленого цвета. Нарисуем ему картину. Там можно нарисовать танк или солдата. Поздравь защитника. Можно пожелать ему, чтобы он был сильный, умный и храбрый. Можно пожелать ему, чтобы у него всегда была удача. Были здоровые, сильные. Никогда не болели. Защищали нашу родину. Чтобы они все время живы были, не ранены. Чувство неба над головой. Смелости, победы. Счастья, здоровья, добра. Денежской хочу здоровья непременно пожелать, чтобы небо было мирным, не пришлось вам воевать.